Здравствуйте! Видео об экстренном запуске двигателя Lexus RX 2018 с помощью устройства AST версии 4.0. Это тестируемое авто Lexus RX 2018. Это устройство AST версии 4.0 для экстренного запуска двигателя Toyota Lexus до 5.2018. Это схема расположения блока Smart ECU в салоне авто. Процедура запуска двигателя. Отсоединить разъемы от блока Smart ECU. В соответствии со схемой соединения вставить иголки пробника в разъемы. Внимание! Иголку пробника с красным наконечником и зеленым пояском нужно вставить в гнездо IGN. Не вставлять красный пробник в гнездо старт. Вновь вставить разъемы в блок Smart ECU. Присоединить устройство AST через разъем мини-USB. Однократно вспыхивает и затем гаснет зеленый светодиод устройства. Теперь однократно нажать на кнопку концевика двери. Светодиод устройства начинает мигать зеленым. Вновь нажать на кнопку концевика двери. Светодиод устройства начинает постоянно гореть зеленым. Переключателем на проводе мини-USB включить зажигание авто. Установить переключатель устройства в положение 1. Загорается подсветка панели приборов. Для запуска двигателя на 3 секунды вставить пробник с красным наконечником в гнездо старт. Этот пробник нужно сразу отсоединить после запуска двигателя. Теперь отсоединить устройство. Чтобы выключить зажигание и заглушить двигатель, нужно установить переключатель устройства в положение 0. Делаем это. Спасибо за просмотр.